час новин на телеканале «Звезда». Сегодняшний выпуск на белорусской мове, что вельми обгрунтовано. 21 лютого во всем свете отзначают День родной мовы. В студии працуя Капиталина Зинкевич, и сегодня у эфира. Гандлёва-экономичное супрацоўніцтва, у основе якога повинны быть добрые отношения. Александр Лукашенко провел две рабочие встречи. Цены под контролем, ассортиментный пералік вытрымліваецца. У Беларусі працягваецца моніторинг ситуации у торговых объектах. Систематичные проверки проводяць и у Новополоцку. Мілагучная и прыгожая, у Беларусі отзначили День родной мовы. Традиционным мероприемством стала агульная диктовка. До акции долучился и Полоцкий державный университет. Я вырашыла прымаць удзел у беларускай дыктоўкі, таму што гэта вельмі цікава і таксама праверыць свае веды беларускай мовы. Новы імпульс двухбаковых адносін. Александр Лукашенко сустрэўся з паслом Ірана. Саід Яры завяршае сваю дыпламатычную місію ў нашай краіне. Самы час падвесці прамежкавыя вынікі і дамовіцца, куда далей трэба накіраваць намаганні Мінска і Тэгерана. За 2022 узаемны тавараабарот паміж краінамі павялічваўся ў 3 разы. У параўнанні з папярэднім годам перавысіў 100 мільёнаў долараў. Зараз ідзе размова аб стварэнні неповновартостного плана супрацовництва на ближайшие годы. Менавіта региональное взаимодействие станет ключевым питанием на встрече лидеров Беларуси и Ирана, якая пройдет у середине соковика. Ситуация, которая складывается в мире и вокруг Ирана и Беларуси, к счастью, заставляет нас быть ближе и искать те формы сотрудничества, которые сегодня востребованы. В ближайшее время, в середине марта, я планирую по приглашению президента Ирана побывать с визитом в Иране. И там мы обсудим существенные вопросы наших отношений. Это будет значимая наша встреча и переговоры в Иране, которые выведут нас на более высокий уровень сотрудничества. Встречаясь недавно с президентом России, он мне подробно рассказал о совместном проекте России, Азербайджана, Ирана по строительству железнодорожного и автомобильного пути север-юг. Мы в этом очень заинтересованы. Еще одну встречу провел Александр Лукашенко 21 лютого уже с керовником Республики Абхазия. Домовленность продолжить диалог была достигнута у вересне минулого года, когда наш президент находился с рабочим визитом у далекой краине. Что важно, у лидеров двух держав совпадают намеры, а обидва боки мкнутся наладживать добрые отношения и развивать партнерство. Вы, как и обещали, приехали, есть о чем поговорить. Вы знаете, что мы всегда были заинтересованы в сотрудничестве с республикой. Я об этом говорил во время посещения вашей прекрасной страны. Не покидала меня одна мысль только. Почему руководство Грузии остро реагирует на наши встречи? Неужели между людьми, между народами не может быть нормальных, теплых, дружеских отношений? Может быть, эти, как я тогда говорил, отношения и послужат миру и дружбе между абхазским и грузинским народами? Мы ведь с вами никогда не планировали никаких акций в отношении Тбилиси. Никогда ж такого не было. Я вот наблюдаю за ситуацией, которая развивается в Грузии, к примеру, с бывшим президентом Михаилом Саакашвили. Как-то это не очень выглядит прилично с точки зрения того, что это же был президент все-таки. Поэтому доходить до такой степени, как это складывается сейчас, просто неприлично. Но я к чему это говорю? Мы же не давали никаких оценок, мы не вмешивались в эту ситуацию и другие. Мы очень хорошие отношения поддерживали и поддерживаем, насколько это возможно, с Тбилиси. Почему они так реагируют остро? Сегодняшняя наша встреча по-человечески очень важна. Наши отношения должны развиваться. Абхазский народ уважает белорусов. Про белорусов таки говорить нечего. У нас есть на чем выстраивать фундамент наших отношений. Есть же. Есть товары, в которых мы заинтересованы. Есть товары, в которых вы заинтересованы. Более того, туристическое направление. Як неодноразово было подкреслено, фундаментом белорусско-абхазских отношений повинны стать экономика и гандлёво-экономичные связи.
Нягледзячы на тое, што дырэктыва прэзідэнта аб недапушчальнасці росту цэн была прынята яшчэ ў кастрычніку мінулага года, кантроль за цэнаўтварэннем у Беларусі працягваецца. Маніторынг сітуацыі ў гандлёвых аб'ектах перш за ўсё вядзе Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю. Ведамства ўдвою павялічыла колькасць трэйдаў, яму на дапамогу прыходзіць таксама Федэрацыя прафсаюзаў, дэпутаты, рэгіянальныя органы ўлады. Апошнія атрымаюць пытанне ў полі зроку. Так, напрыклад, толькі ў Наваполацку з момента дзеяння дакумента было праверена звыш 450 магазінаў. З тым, што адбываецца на прылаўках, асабіста знаёміцца глава горада. Плошча 1000 квадратных метраў, прадстаўлены харчовыя і прамысловыя групы тавараў. Магазін «Мартін» працуе ў Наваполацку 7 гадоў. У сярэднім праходзімасць тут каля 800 чалавек у дзень. У апошні час прыходзіцца прыкладаць мага больш намаганняў, каб завабіць пакупнікоў. Звязана гэта не толькі з канкурэнцыяй. Ёсць складанасці з тым, як дабрацца да гандлёвага аб'екта. Нязручнае месца распалажэння тут кампенсуюць прывабнымі акцыямі раз у 2 тыдні і зніжэннем цаны перад выхаднымі. А вось што адбываецца ў магазіне ў астатні час, сёння правярае рабочая група. У полі зроку цэны на тавары і іх якасць, а таксама асартыментны пералік. Уражанні пасля наведвання «Мартіна», як і іншых торговых аб'ектаў Наваполацка, пазітыўныя. На данный момент мы можем уверенно говорить, что цены под контролем, что скачкообразного роста цен, безусловно, мы не наблюдаем. Люди довольны работой торговой сети города Наваполоцка, потому что мы это судим по количеству обращений, которые поступают, в том числе в исполком, в отдел торговли. Вот, это единичные буквально обращения. Ну и по ассортименту. То есть всегда мы опасались, что контроль цен, ограничения, которые вводятся со стороны правительства, могут повлиять на ассортимент. Но мы видим, что белорусские производители тоже вовремя сориентировались, полностью насыщают торговые полки в наших магазинах, имеют приоритет и заслуженную популярность. Яшчэ адзін прыпынак ўжо на рынку Дзесна. Больш за год таму гандлёвы аб'ект перажыў сур'ёзнае абнаўленне, як знешняе, так і ўнутранае. Тут арганізавалі звыш 60 ралетаў і астраўкоў продажу, і толькі каля 30% з іх яшчэ чакаюць свайго прадаўца. Астатнія заняты, прычым таргаваць сваю прадукцыю могуць не толькі юрыдычныя ліцы, але і тыя, хто на сваім падвор'і вырошчвае гародніну, займаецца вытворчасцю мяса-малочных тавараў. Цэны тут таксама даступныя, асартымент цешыць вока. Але ёсць пытанне да кіраўніцтва прадпрыемства «Наваполацкбыт», якое адказвае за працу рынка. Один ролет с уластным гандлем – это мало. Тот опыт, который у них есть, показывает, что именно организация собственной торговли, они, как никто, чувствуют потребность в ассортименте, улавливают вот вопросы ценообразования. Когда они занимаются самостоятельно, то это достаточно перспективный и рентабельный вид деятельности, как для рынка, ну и так, конечно же, и для жителей нашего города. Вот мы видим по очередям в некоторые торговые точки. Но, тем не менее, задача для нашего рынка по расширению собственной торговли, она очень актуальна. Ну, я надеюсь, что мы на эту тему еще более предметно поговорим с руководством Наваполацкбыт, с руководством нашего рынка, и соответствующие задачи будут поставлены. Ну, а в целом, конечно, нам надо поработать над тем, чтобы как можно больший ассортимент по доступной цене качественной продукции был именно на нашем рынке, чтобы он был по-настоящему привлекательный для новополочан. И люди всегда знали, что здесь они могут приобрести качественную, недорогую продукцию по приемлемым ценам и удовлетворить все свои потребности. Увогуле контроль за цэнаўтварэннем у Наваполацку працягваецца. З кастрычніка мінулага года, з момента дзеяння дырэктывы прэзідэнта аб недапушчальнасці росту цэн, у горадзе праверылі звыш 450 гандлёвых аб'ектаў рознай накіраванасці. Не абышлося без парушэнняў, але іх было няшмат. Па ўсіх дана прававая ацэнка. Сёння магазіны Наваполацка працуюць строга ў рамках заканадаўства і стараюцца прапанаваць пакупнікам шырокі асартымент прадукцыі высокай якасці па даступных цэнах. Дзень роднай мовы адзначаецца ва ўсім свеце 21 лютага. Свята «Маладое» з'явілася ў 2000 годзе па ініцыятыве ЮНЕСКА, але ўжо змагло аб'яднаць вакол сябе шмат паслядоўнікаў, бо нясе вельмі добры пасыл захаваць моўную і культурную разнастайнасць і прымножыць гэта багацце. Ужо не першы год Беларусь у ліку тых, хто далучаецца да важнай даты. Ва ўсіх кутках краіны на працягу дня ладзяцца тэматычныя мерапрыемствы. Абавязкова на беларускай мове традыцыйнай становіцца агульная дыктоўка. Праходзіць яна звычайна ў Полацкім дзяржаўным універсітэце.
Дзень роднай мовы ў Полацкім дзяржаўным універсітэце сустракаюць агульнай дыктоўкай. Мерапрыемства традыцыйнае, і з кожным годам яно аб'ядноўвае ўсё большую колькасць удзельнікаў. У гэты раз звыш 100. Побач са студэнтамі розных факультэтаў, супрацоўнікі і выкладчыкі ВНУ, нават рэктар Юрый Рамановскі на гадзіну адклаў усе справы, каб далучыцца да акцыі. Гэта выдатная нагода ўспомніць родную беларускую мову, якую, на жаль, большасць не выкарыстоўвае ў пасядзённым жыцці. На повседневном житті я не розмовляю на білоруській мові. Білоруську мову я починала вивчати у школі. І так і до сьогоднішніх днів я вивчаю білоруський язик. Я вирішила приймати удзел у білоруській диктовці, тому що це вельми цікаво і так само проверити свої веды білоруської мови. Я доволі вельми добре ведаю родную мову. Також захотів проверити свої знання і показати їх на практиці. Ну, написати диктант у своєму університеті і прийняти участь у акції в честь Дня родної мови. Буває таке, що я можу розмовляти на родній мові. Некоторі відреагують на це з удивленням, але некоторі також мене підтримують. Вирішила спробувати написати диктант на білоруській мові, тому що це моя родна мова, я вельми її люблю так само. Ось. Я так само студентка першого курсу фінансово-економічного факультету. Я вирішила написати диктант і приймати удел у диктанті, тому що я займалась білоруською мовою, я писала наукові дослідчі праці з 5 класу, я виступала на різних мероприємствах з цими працями, тому я люблю вельми білоруську мову, так само мені бабушка працювала наставником білоруської мови і літератури. Ми використовуємо, але вельми рідко, тому що тепер вельми мало людей, які використовують білоруську мову, і людям зручніше на русській мові розмовляти. Я так само. Але коли приїжджаю до бабулі у деревню, там більше людей розмовляють на білоруській мові. На столах папера і ручка. Сподіватися варто тільки на свої веды. Ва усіх яны розныя, як і самі удзельнікі. Хтось учора скончыў школу і яшчэ памятае правілы. Камусьці прыйдзецца нашмат больш пасядзець над тэкстам. Ён, дарэчы, прысвечаны Ефрасіні Полоцкай. Першая беларуская асветніца вельмі шануецца ў Беларусі, асабліва на Полачыні. Нездарма яе ўспамінаюць сёння і ў Полацкім дзяржаўным універсітэце. Пры жыцці Ефрасіні Полоцкая уціхамірвала канфлікты, інтрыгі, стварала нашу культуру, мастацтва, давала сапраўдны накірунак усяго жыцця свайго народа. Сёння да мошчаў святой у Полац імкнуцца паломнікі з усяго свету, з розных пластоў грамадства, а імем слаўнай падвіжніцы названа вядучая навучальная ўстанова Віцебшчыны Полацкі дзяржаўны універсітэт імя Ефрасіні Полоцкай. Мы стараліся адаптаваць тэкст для ўсіх студэнтаў, таму што студэнты будуць не толькі філалагічнага, скажам так, напрамку, але і разнапланавыя, розных спецыяльнасцей, таму от адаптавалі менавіта пад усіх, каб было не вельмі складана. Удзел у дыктоўцы – недзеля высокай адзнакі. Для кожнага гэта магчымасць на дзень-дзень хоць так дакрануцца да беларускай мовы, якая займае другое месца па мілагучнасці ў свеце. А яшчэ атрымаць порцыю натхнення на тое, каб не толькі прачытаць беларускіх класікаў, даведацца нешта цікавае пра моўную і культурную разнастайнасць нашай краіны, але і пачаць размаўляць па-беларуску. Перспектывы ёсць. Падчас апошняга перапісу насельніцтва амаль 74% назвалі роднай менавіта беларускую мову. Беларусь рыхтуецца сустрэць дзень абаронцаў айчыны. Сёлетняе свята адзначана важнай падзеяй. У 2023-м узброеным сілам страны 105 год. Мерапрыемствы, прымеркаваныя да 23 лютага, пройдуць ва ўсіх кутках краіны. Наваполацк таксама падрыхтаваў свае праекты. У горадзе ўжо стартавалі спартыўныя спаборніцтва па дзюдо. Запланаваны таксама сустрэчы па шашках, галоўным стане канцэрт, які пройдзе ў месным цэнтры культуры
культуры 23 лютага. Усіх гараджан запрашають долучыцца да падзеі, пачатак свята ў 15 гадзін. У мяне на гэтым усё. Нагадваю, праглядзець нашы праграмы можна ў любы зручны час на YouTube-канале телеканала «Звязда». Актуальная інфармацыя таксама ў нашых аккаунтах у сацыяльных сетках. Зараз не пераключайцеся. Я передаю слово нашым калегам з телекампаніі «ВАЕН-ТВ». Вашай увазе навіны ў форме. Это новости в форме. С вами Анна Чижлитаж. Добрый вечер. Белорусские военные медики продолжают оказывать помощь в сирийском Алеппо. Вчера в городе снова произошло землетрясение магнитудой 6,3 балла. Ночью наши врачи помогали жителям прямо на улицах. С утра пострадавших продолжили принимать в полевом госпитале. Белорусская военная делегация во главе с заместителем министра обороны генерал-майором Андреем Жуком принимает участие в 16-й международной оборонной выставке «Идекс-2023» в Абу-Даби. Планируется несколько двусторонних встреч с главами иностранных военных делегаций и руководителями оборонных предприятий. Салон продлится до 24 февраля. Начальник военной академии наградил курсантов Егора Пригодича и Ивана Линкевича, которые спасли мужчину на пожаре в Пинском районе. Торжественное мероприятие прошло на плацу при личном составе вуза. Напомним, в деревне Лыща загорелся жилой дом. Выбраться из огня мужчине помог курсант второго курса факультета внутренних войск. Молодой человек заметил пожар, вошел в горевший дом, где на полу увидел хозяина. Он сразу позвал на помощь друга. В Борисовском объединенном учебном центре прошла акция «Мамин пирог», приуроченная ко Дню защитников Отечества и 105-летию вооруженных сил. На мероприятии присутствовали представители общественной организации «Белорусский союз женщин» Лилия Ананич и Тамара Красовская. Вместе с гостями военнослужащие возложили цветы на мемориальном комплексе «Аллея героев», а также пообщались за круглым столом. Это были новости в форме. Смотрите нас завтра в эфире телеканала «Звезда». До встречи!